дуже дорогою. Ну, тому що буде такою вечірною. А, ну, ви ж розумієте, що це не прямий підкуп збирателів, по суті. Ну, мероприятия, да. А тут... Это дорогое мероприятие. Ну, это 3,5 тысячи гривен. 3-4 тысячи гривен стоит. Это очень хорошее. Не каждый может... Так, вот сколько было этих компаний, да, вообще ничего нет. Вообще. То есть это хорошо, что Катаев был... Ну, а вы имя депутата запомнили? Турец. Ну да. Владислав Володимирович. Просто дело в том, что... Ну, это повлияет вот, на выборы? То есть вы скорее будете, думаете, будете голосовать за него, да? Ну, повлияет. Я какую-то мысль просто я хочу сказать, это мероприятие, почему это мероприятие наше дорого стоит, да? Потому что оно дорого стоит для города. Не должно быть, что вот прогулочная программа, да? Правда, время меняется, да, полтора часа. Хорошее место какое-то. Ну да. Очень дорого. Вот даже если я хочу просто для себя, для отдыха, для семьи, я не 150, по-моему, час, да, для одного человека. 150, а тут много людей. 200 человек. Очень катер хороший, удобство хорошее, экскурсовод очень хороший.